Здорово, друзья, это Ник 86. Это у нас новый объект. Снимаю я его, потому что он большой, интересный. Есть что показать. Так, ну сейчас будет беглый осмотр. Это двухкомнатная квартира, 50 с лишним квадратов. Сразу хочу показать вам качество наших домов. Это вот полы. Супер, да? Все потрескалось. Здесь все тоже бухтит. Вот. Это все будем отдирать и делать наливные полы. Вот. Как все бухтит. Здесь проводка. Ну, в принципе, норм, но здесь все очень криво. Например, провод идет, и может хопа в угол пойти. Вот так вот. Я сейчас вам покажу. Также вот здесь вот проводка выглядывает. Они не штробились, ничего. Просто провод кинули и стали штукатурить. Все торчит. Вот. Здесь вообще полы интересные. Очень сильно все бухтит. Это новый дом. Так, здесь будет типа гардеробный. Так. Там отец с проводкой играет. И это у нас идет коридорчик. Это будет у нас спальня. Здесь у нас второй материал. Ну вот, смотрите, провод. Вроде бы логически он должен идти вверх. Ровно 90 градусов должно быть. Вертикаль. Вот, смотрите, уходит куда-то туда. И кто будет делать потолки, офигеет. Ну, здесь вот, кстати, полы еще более-менее, да, треснули, но вроде не бухтят. Там, значит, просто на пыль их залили, вообще не грунтовали. Так, тут проводка интересная, тут пьяный человек ведь делал. Здесь у нас и розетка, и выключатели. Даже не подписал ничего человек. Вот отец вот. Мудохается. Да, вот ванная комната, она будет объединяться с туалетом. Вот туалет. Угу. Так. Ну и естественно будет смещаться дверной проем. Вот и кухня. Кстати, хорошая кухня, большая. Угу. Здесь идет уже с завода котел. Уже есть отопление, все дела. Ну тоже, вот, кстати, вот полы все треснули. Проводочка идет. Ну вот, где выключатель, все нормально, под руку. Вот так вот опустится, все окей. Но вот где розетки, они как-то сэкономили. Надо было до сих пор вести провод. Они не захотели. Так, здесь будет у нас плитка. Здесь наливные полы и линолеум. Плитки здесь не будет. Здесь будет натяжной потолок, но натягивать мы не будем, это другие. Электроклапан с датчиком. Если будет загазованность, отключает. Вот это идет уже с квартирой. Так, стройматериалы у нас тут. Вот они. Пескосмесь М300. Родмонд. Это штукатурить. Там вот санузел. Джетбаум. Это где-нибудь протягивать углы или верха. Тут плинтус. Ну и шпаклевка.
финишный старатель и КР тоже старатель. Так, грунтовка тоже старатель у нас идет. Такая хорошая грунтовочка. Ну вот, ребята, в общем, сейчас я здесь вот шпателем прошелся, я убрал тут крошку. Сейчас буду все грунтовать, потом шпаклевать, откосы, отец будет с ванной заниматься. Итак, ребята, начинаем тут уже работать. Здесь протягиваем из-за того, чтобы потолок смотрелся нормальным и плинтус вот так вот не шел. Ямки там есть, причем нормальные ямки. Сейчас обрамляем окно. Так, покажу, что у нас тут. Работа идет. Почти половины стены нету. Все долбится. Туда его. Вот так вот. Потом будем выставлять маячки и штукатурить. Да, пока здесь ходили, вот все раздалбывается, все больше и больше. Да, кстати, провод, который выпирал, утопил. И здесь утопил. Все. Так, ребята, сейчас будем смещать дверной проем. Сделаем пропил здесь и с той стороны.
мощность. Зубр. А потом с другой стороны. И молотком. Вот. Вот с двух сторон прорезали, видите? Быстренько.